глаза взгляни, этот мир лист белой и чистой бумаги. Ты можешь все в руках, твои палитры и кисти. Ты пишешь жизни знаки, солнце, луна, река и дорога. Рисуй простые вещи, значащие много. Мама, улыбка, друзья и песни, любовь и мир, нарисуем вместе. Академии популярной музыки Игоря Крутого с композицией «Нарисуй» на этой сцене. Дорогие друзья, в этом зале сегодня собрались самые настоящие друзья первого Всероссийского культурно-благотворительного фестиваля детского творчества «Добрая волна». Мы очень рады видеть вас, дорогие друзья. Мы рады приветствовать наших телезрителей. Рады сообщить вам, что мы сегодня присутствуем при зарождении удивительной, очень важной и нужной доброй традиции фестиваля «Добрая волна». Стартовав сегодня в Казани, «Добрая волна» прокатится по всей стране и будет объединять тысячи и тысячи талантливых детей и взрослых. Благодаря «Доброй волне» мы докажем, что у творчества и дружбы нет границ. В этом удивительном фестивале примут участие одаренные дети, в том числе те, кто добился больших творческих успехов, несмотря на трудности и очень тяжелые жизненные ситуации. Музыка, хореография, декламация, в общем, все жанры, кроме скучного, будут представлены на нашем фестивале. Девизом фестиваля стали слова «Исполняй мечты». А это значит, что «Добрая волна» исполнит самые заветные мечты наших героев. А сейчас, друзья, мы с вами познакомимся с теми, чьи мечты стали реальностью в этом году. Наш первый лауреат – человек с абсолютным слухом. Невероятно упорный, несмотря на возраст, и, безусловно, одаренный. Джамилю Хамитову всего 12 лет. Но, судя по количеству лауреатских званий во множестве самых разных всероссийских и международных конкурсов, в которых он принимал участие как начинающий скрипач, он уже настоящий, состоявшийся большой артист. Друзья, Джамиль обучается игре на скрипке и утверждает, что инструмент выбрал не он. Скрипка сама его выбрала и не ошиблась. Сейчас мы стоим у места, где стоят мои кубки. Это кубки, которые я выиграл на конкурсах. Адмиралтийская звезда. Вот, вот он, кстати. Я все названия кубков не знаю, но я на очень многих конкурсах их выиграл. У меня тут, наверное, их сейчас 9 штук. Это было зимой, было уже не начало года. В класс постучала завуч и сказала, что возьмите, пожалуйста, мальчика, 8 лет. Я сказала, хорошо, ладно. И тут она уже уходя сказала, что он слепой. И вот они с бабушкой пришли ко мне на урок. После второго урока я уже поняла, что он абсолютник, то есть у него абсолютный слух. Так как у Джамиля мама на работе, я постоянно занимаюсь с ним, я сопровождаю везде. Мы, ну, концерты, в общем, и музыкальную школу. Но когда вот он в музыкальную школу у нас начал ходить, я уже была на 100% уверена, что он никогда не пропадет. А это мой дружище, зайчик. Ну да.
Имени у него пока нет. Я еще не придумал. Но здесь он держит цветок, а эта рука свободна. Он в бантике, классные ушки у него. Он ласковый, нежный. Он любит так ласку, чтобы вот его обнимали все время. Даже вот ситуация, я прихожу с работы, он все время мне говорит: мам, обнимашки? Вот так вот я читаю. Например, длиной и скоростью. Хочется все узнать, ему все хочется быть не хуже, чем другие, чем зрячие дети. И поэтому, я не знаю, и он еще такой ведь очень активный, и где-то он Том Сойер, наверное, напоминает. Здравствуйте. Здравствуйте. Я предполагаю, Джамиль, это ты? Да. Я очень рад с тобой познакомиться. Я посланник фестиваля «Добрая волна» и пришел к тебе сегодня не с пустыми руками. Я хочу вручить тебе конверт, письмо от Дедушки Мороза. Дорогой Джамиль, очень люблю слушать твою игру на скрипке и слежу за твоими творческими успехами, а их, надо сказать, немало. Так держать. В этом конверте ты найдешь приглашение в Москву, где тебя ждет встреча с удивительным музыкантом, великим альтистом современности. Твой Дедушка Мороз. Я хотел бы встретиться с Владимиром Владимировичем Путиным и пожать ему руку и сказать спасибо за то, что он заставил нашу Россию процветать. Мы с тобой наконец-то встретимся с Башметом. С Юрием Абрамовичем? Да. Ты уже подумал, что ты у него спросишь? Секретная информация. Ух ты, какой секретный. Здравствуйте. Здравствуйте. Пойдемте. Что это у тебя? Это вам гостинцы. Это вам гостинцы. А мы сейчас вместе можем это выпить. Ух ты. Надо стараться вдоль струны, вообще немножко руку, чуть-чуть, вот здесь больше, вдоль грифа. Крепкий какой. Насколько сильнее. О, молодец. Дорогие друзья, ну и, конечно, как вы и догадались, Джамиль сегодня здесь в зале. И под ваши бурные аплодисменты, Джамиль, мы приглашаем тебя подняться к нам на сцену. И вместе с Джамилем мы также приглашаем на эту сцену победительницу Международного детского Евровидения 2017 Полину Богусевич. Встречаем! Джамиль, я хочу сказать, что ты огромный молодец. Я вот, смотря на видео, просто не представляю, насколько много силы воли должно быть в человеке, чтобы он не замкнулся в себе, чтобы он продолжал жить, продолжал стремиться к тому, что ему нравится, что ему правда интересно. Я безумно рада вручить Джамиль такие вот прекрасные призы, которые подготовила «Добрая волна». Держи. Это все для тебя. Тебе Полина вручает подарок, и мы будем очень рады услышать от тебя несколько ответных слов в адрес фестиваля. Я очень благодарен вам за то, что пригласили меня сюда. Я рад за такие подарки, за то, что я здесь оказался. Спасибо. Ну, а композиция, с которой Полина Богусевич победила на международном конкурсе «Детское Евровидение 2017» в Тбилиси, называется «Крылья». И прямо сейчас для всех гостей нашего фестиваля и гала-концерта прозвучит эта песня. Полина Богусевич, «Крылья». Окна открыть, силы собрать в кулак, но в тишине твой голос слышен едва. Просто скажи однажды, я не боюсь, делая первый шаг, и повторяться эхом эти слова.
крылья за твоей спиной станет небо ближе, если ты со мной. Крылья ты не потеряй, выше солнца все за мной удалит даль. We all died just humans, but if we want, heaven can be so close. There are no bounds to limits. Somewhere so high, you can get what you want. That's the time, destiny unite our roads. You are not alone. Higher than the stars. Мы не можем утверждать, что каждый ребенок станет народным, заслуженным или просто известным артистом. Но то, что он станет хорошим человеком, это мы знаем точно. Музыка и творчество уже никогда не уйдут из их жизней, потому что это возможность заявить о себе всему миру. Наши следующие участницы не ждут милостей от природы, а щедро делятся своим внутренним богатством с окружающим миром. Девочки очень позитивные, очень доброжелательные. И, в принципе, Олесю, конечно, Бог наградил. Это девочка от природы, одаренная в вокальном отношении. У нее абсолютный слух. И независимо от того, что ребенок незрячий, она, в принципе, этого не ощущает. Рядом с ней всегда ее сестра Настя, которая просто руководит всем. Ее руками, ее ногами, ее чувствами какими-то. И поэтому Олеся не боится ничего. Девочки очень добрые и очень ласковые. Если к ним подойдешь, обнимешь их, то в ответ прям получаешь столько энергетики. Не они забирают энергию, а они отдают. Мы гордимся своими дочками. Они сами не сдаются, развиваются, стараются ничем не отличаться от других обычных детей. Стараемся во всем всегда поддерживать девчонок обязательно. Пригласили вот недавно на фестиваль нас. Девчонки в июне участвовали в фестивале «Маленькие принцессы Татарстана», где взяли гран-при. Ну вот, наконец-то, самое дорогое наше ради Олесей, которого мы работали 7 часов каждый день. Не испытаешь падения, не достигнешь и вершины. Я на стене свои афоризмы выкладываю. Как-то вот я сижу и думаю,
И бац, само собой как-то приходит. А, вот, боясь чего-то, вы делаете себе только хуже. Если вы будете все время бояться, то так и будете оставаться в стороне. Девочки, привет! Здравствуйте! Как ваши дела? Хорошо! К вам можно? Да, конечно! Я посланник фестиваля «Добрая волна» и пришел сегодня к вам не с пустыми руками. Я хочу вам вручить для начала письмо от Дедушки Мороза. Здравствуйте, мои дорогие девочки Олеся и Настя! Я радуюсь, глядя на вашу дружную творческую семью. Надеюсь, что вы всегда будете любить и поддерживать друг друга в любых жизненных ситуациях. Я тут подумал, а что, пожалуй, вы сможете хорошо позаботиться и еще кое о ком и стать для нее настоящей семьей. Итак, знакомьтесь, берегите друг друга. Ваш Дедушка Мороз. Кто же это? Вот! Это чудо! Собачка! Собака! Собачка! Берегите ее, хорошо? Вы рады? Да! Спасибо большое! Точно? Неужели сбылось? Боже мой! Я даже поверить не могу, что это теперь наше с тобой. Смотри, в кофте уже готовы, смотри-ка. Ой, красавчик какой, мы тебя обижать не будем. Ой, Жаки, вообще, она такая хорошая, и вообще. Дорогие друзья, лауреаты Всероссийского благотворительного фестиваля «Добрая волна», сестры Машейка, Олеся и Настя, сегодня здесь в зале, девчонки, принцессу, приглашаем вас на сцену. Для вручения подарков фестиваля «Добрая волна» на эту сцену мы приглашаем замечательную певицу. Встречайте, заслуженная артистка России Анита Цой! Всем привет, любимые! Творить добро, по-моему, это по-нашему. По-моему, добро не любит ничего громогласного. Оно находится у нас здесь. Друзья мои, будьте все счастливы. И спасибо, что в этом городе добро любят, ценят, берегут. И вот такие устраивают замечательные фестивали. Поздравляю нас всех. Дорогая Леся, девочка моя, держи. Казань 2017 года, «Добрая волна». Ты прекрасна. Настенька, и, конечно, твоя статуэтка. Дорогая моя девочка, «Добрая волна» дарит. То, о чем ты мечтала, это микрофон с диктофоном. Настюш, ну это тебе, это фотоаппарат. И ты можешь записывать и видео здесь одновременно. Это камера. Так что, по-моему, у девчонок полный комплект. Я думаю, что вы будете делиться друг с другом, и все будет отлично. Спасибо вам огромное за такие замечательные подарки. Просто впечатление меня переполняет, и счастье тоже. Огромное спасибо. Я хочу поблагодарить Игоря Крутого за то, что он создал этот фестиваль, и за возможность постоять на этой сцене, за подарки, конечно. Спасибо вам большое. Самое главное, девочки, сдаваться нельзя. Если упал, то обязательно поднимись. Если душа просит, то пойте. Я твоя вся и без остатка, до последней капли, до последнего выдоха. Я твоя именем и телом, и отдам я смело душу за тебя, для тебя. Только ты береги, береги меня. Береги меня берегами мою реку, охраняй меня, ведь тебя дороже нету, укрывай меня от дурного глаза ветра талисманами, от
берегами. Береги меня, берегами мою реку охраняй меня. Облаками мое небо укрывай меня. От чужого сердца града талисманами, амулетами. Я твоя, вся и без сомнения. Ты мое спасение, ты вся жизнь моя. Ты это я твоя. И больше мне не надо, чем быть просто рядом, отдавать себя, всю себя. Только ты береги, береги меня. Береги меня, берегами мою реку охраняй меня. Ведь тебя дороже нету, укрывай меня. От дурного глаза ветра талисманами, оберегами. Береги меня, берегами мою реку охраняй меня. Облаками мое небо укрывай меня. От чужого сердца града талисманами, амулетами. Береги меня. Береги меня. Береги меня, берегами мою реку охраняй меня. Ведь тебя дороже нету, укрывай меня. От дурного глаза ветра талисманами, оберегами. Береги меня, берегами мою реку охраняй меня. Облаками мое небо укрывай меня. От чужого сердца града талисманами, оберегами. Любимые мои, я желаю каждому из вас, чтобы рядом был тот, на кого можно положиться. Удивительный, неповторимый, обожающий детей и музыку Доминик Джокер! Здравствуйте, люди! Шепла вам сердце! Она вся соткана из нот, как будто глаза в глаза, и все распалось на минуты. Глаза в глаза, и больше ничего не надо. Еще мгновение, еще немного рядом. Но промелькнула и опять ушла. И мир вокруг лишен ее тепла. Она, наверное, даже обо мне не знает. Я снова умираю. В ее глаза горит огонь рассвета. А я опять ее рисую силуэт. И даже если вдруг пройдет и не заметит, так будет лучше, чем опять ее не встретить. Ведь только с ней стучит мой путь. Без нее я с неба вниз сорвусь. Но только она такая одна, взявшая душу, лишившая сна. Но он только она, эй, эй, такая, да. Все это происходит бесконечно много дней. Она опять уходит, я опять иду за ней. Ее черты ищут кто-то глазами. На ней помешан, обездвижен, ею ранен. Если вдруг она моей не станет, наверное, сердце даже биться перестанет. Пускай меня пока она не замечает. Все изменится, когда она узнает. Я расскажу ей обо всем при встрече. Однажды утром или это будет вечер. Я расскажу ей все и ничего не скрою. Она поверит и останется со мной. И только с ней стучит мой пульс. Без нее я с неба вниз сорвусь. Громче! Но только она такая одна, взявшая душу, лишившая сна. Я все разменяю, шагая по краю, ведь без нее
Ее любовь прошила пули сердца, и эту боль никак не отменить. И не поможет даже Ctrl + Delete. Пускай я сплю, я не хочу проснуться. В моей сети два сердца вместе бьются. Не случайно из потока дай. Нас вывели в онлайн. Сейчас вы... Ведь только... Громче! Еще! Взявшая душу, лишившая сна. Я все равно, шагая по краю, ведь без нее мой мир теряет тона. Но только она такая одна, взявшая душу, лишившая сна. Я все разменяю, шагая по краю, ведь без нее мой мир теряет тона. Любовь нам свыше дана. Спасибо! Казань не случайно стала первым фестивальным городом на пути движения нашей доброй волны. Дело в том, что в Казани существует и активно работает замечательный, очень важный и нужный проект «Добрая Казань», который стал одним из приоритетных проектов развития города. Да, друзья, «Добрая Казань» — это вовлечение в благотворительность людей самых разных профессий и социального статуса. Как один из самых быстро развивающихся городов нашей страны, Казань стремится стать еще и самым добрым городом России. Гимн проекта «Добрая Казань» прозвучит в исполнении хора филиала Академии популярной музыки Игоря Крутого «Поволжье» и Академии танцы «F-Team». Мечта, заветная мечта, она дарит человеку надежду. Она говорит ему: не опускай никогда руки, верь, не бойся, иди вперед и только вперед. Всем известно, что рано или поздно все мечты должны сбываться. А наша следующая героиня, кажется, все-таки знает секрет, как сделать свою мечту реальностью. Знакомьтесь, участница «Доброй волны» Зарина Даутова.
Здравствуйте, я Даутова Зарина, мне 14 лет. Я родилась в городе Казани. Песня для меня — это как вся жизнь. Я когда пою, я ее чувствую. Сейчас мы находимся в моей музыкальной школе, где я занимаюсь вокалом, хореографией и фортепиано. В детстве она была достаточно веселой, живая такая. Помню, она увидела синтезатор и не вылезала из-за него там почти часа 4, наверное. Просто сидела, не вставая. Тогда нам сказали отдать ее в музыкалку, и вот понеслось. Здравствуйте, Анна Александровна. Здравствуй, а в чем дело? Почему опаздываешь? Проходи бегом, все тебя ждут. С Зариной я вообще познакомилась. Она совсем была малявочкой, ей было всего лишь 6 лет, хотя в школе она уже училась. Такая щекастенькая, губастенькая, такая красивенькая такая девочка. Мы с ней первую песню нашу была «Руды-руды-руды-руды-ры». Нам очень сложно давалось это «руды-руды-руды». Хотя при всем при этом она очень четко выговаривала все согласны. Жизнь в лице дай. У нее, конечно, самое-самое ее главное такое качество, то, что она очень ответственная. Мне у нее надо поучиться, честно. За всеми последит, всех причешет, всех уложит. Резиночку, кто девочки забыл на выступлении, резиночку у нее всегда есть в запасе. У нее всегда есть лак для волос, который может пригладить волосы, чтобы на сцене было смотрибельно. То есть вот такая вот она, помощница такая. Здравствуйте, ребята! Я посланник фестиваля «Добрая волна». И мне нужна девочка Зарина Даутова. Я. Это ты. И я вручаю тебе письмо от Дедушки Мороза. Дорогая Зариночка, ты не только талантливая, но и очень трудолюбивая девочка, а потому уверена, что ты сможешь многого добиться в жизни и без моей волшебной помощи. Я знаю, что ты мечтаешь стать знаменитой артисткой. И, может быть, ты выйдешь на подмостки самой знаменитой сцены нашей страны. На сцену Большого театра в этом качестве. Ну а пока мы дарим тебе путешествие в Большой театр в качестве особого почетного гостя. Мы — это я, Дед Мороз, и фестиваль «Добрая волна». Я мечтаю быть артисткой, я и хочу быть ей. Но я никогда не думала, то, что я сюда именно попаду. Зарина, привет. С приездом. Спасибо. Меня зовут Светлана Захарова. Я прима-балерина Большого театра. И я тебе сегодня все покажу. Пошли. Познакомившись со Светланой, театр стал намного интереснее. Она очень интересно рассказала мне о театре, о чем я могла бы даже и не узнать. Я хочу тебе показать одно место уникальное в нашем театре, где феноменальная акустика. Смотри. Я хочу пожелать другим ребятишкам, чтобы они не спускали просто так руки, то, что вот, все, мне это не получается. Они должны добиваться этого. Они должны идти с целью туда, то, что у них все получится. Ну что ж, дорогие друзья, тему Большого театра на нашей сцене продолжит розовый вальс из балета «Щелкунчик» Петра Ильича Чайковского. В исполнении гостей нашего фестиваля, учащихся балетной школы «Армида», город Москва. Thank you.
Дорогая Зарина, мы приглашаем тебя выйти к нам на сцену. Самое время пригласить на эту сцену добрую волшебницу, гордость Татарстана, заслуженную артистку Татарстана. Тебя поздравляет и приветствует Дина Гарипова! Я хочу всех вас поздравить с тем, что этот прекрасный фестиваль, он открыт. Он начал свою работу, и хочу поздравить Зарину с тем, что ты по-настоящему победительница сегодня, и поздравляю тебя с тем, что одна твоя мечта исполнилась. Поздравляем от всей души. Сейчас я хотела бы пригласить на эту сцену замечательных своих друзей. Прекрасную, мою любимую академию Игоря Крутого. Каждый новый день — это новая строка романа без начала, начала и конца. Стань еще сильней, это все в твоих руках. Весь мир вокруг прекрасным ты сможешь сделать сам. Так и знай, наше время пришло сделать шаг. Так и знай, это время любить и мечтать. У тебя 100 путей, впереди будет 100 дорог. Выбирай, будь смелей, просто знай, ты не одинок. Твое время пришло. Свет, даже крохотный росток. Любые испытания случаются не зря. Так и знай, наше время пришло сделать шаг. Так и знай, это время любить и мечтать. У тебя 100 путей, впереди будет 100 дорог. Наше время пришло сделать шаг, так и знай.
Наша следующая героиня, несмотря на возраст, человек уже основательный и, по-моему, совершенно точно знает, чего хочет добиться в этой жизни. Да, знакомьтесь, возможно, это будет будущий министр экономического развития или даже финансов нашей страны Ландыш Шангараева. Сея, 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 сея. Сея, сея. С маленьких лет уже, да. Все время пела, вот включаем кассету. Ой, танцует, поет. Все время. А я еще раз включи, только столько все закончится. Опять включите, я опять буду танцевать. А вечером караоке. А вечером караоке включаем и поет она. Небо это я. Очень любит Ротару, творчество Ротару, поет все ее песни. Футболка, да, Ландыш? Да. Вот. Подарок на Новый год. На Новый год, да. Это вот у нас пластинки, все про Софию Ротару. Я каждый день слушаю Софию Ротару, с утра еду в машине, в школу, и с утра постоянно Ротару. Прихожу домой, я отдыхаю только с концертами, да, Софии Ротару. Ландыш является гордостью нашего лицея «Фарватер 78» города Казани. Она с первого класса учится на одни пятерки. Очень человек улыбчивый, веселый, творческий. В классе все ее очень любят и стараются ей подражать. Да, анекдоты доходят. Они писали по психологии тест, и одна девочка у нее спрашивает. Там вопрос был, интересуешься ли ты противоположным полом. И так кричит через весь класс. Ландыш, я интересуюсь противоположным полом. Ландыш говорит, нет. Та пишет, нет. Может, она будет, наверное, большим человеком, наверное, она так. Я, говорит, буду говорить. У меня, говорит, будет, говорит, свой дом, говорит, будет она мне. Ты, говорит, бабуля, к нам, говорит, придешь, будешь блины, говорит, печь. Она все время мне это говорит. Я буду, говорит, все равно, говорит, учиться, говорит, буду, говорит. Учиться, говорит, буду. Большим человеком хочу стану, все равно, говорит, бабуля, ты увидишь, говорит она. Ландыш, привет! Здравствуйте! Я посланник фестиваля «Добрая волна» и пришел сегодня поздравить тебя. И вручаю тебе конверт от Дедушки Мороза. Спасибо. Держи, он твой. Мне кажется, тебя ожидает там сюрприз. Что-то давненько я не получала от тебя писем, наверное. Ты думаешь, что ты уже... Что ты уже совсем взрослая, и Дед Мороз тебе ни к чему. Но я все-таки решила... Все. Не переживай. Читай давай. Что там? Знаешь, что ты мечтаешь побывать в Крыму. Давай еще. Это что уж. Дорогая Ландыш, здравствуй. Что-то я давненько не получал от тебя писем. Наверное, ты думаешь, что совсем уж взрослый, и Дед Мороз тебе ни к чему. Но я все-таки решил написать тебе. Потому что, скажу тебе по секрету, люди верят в чудеса вне зависимости от возраста. Знаю, что ты мечтаешь побывать в Крыму, и твоя мечта непременно осуществится и совсем скоро. Ну а пока тебя ждет встреча с самыми красивыми и добрыми существами на свете. Твой Дедушка Мороз. Привет, Ландыш. Меня зовут Светлана, а это лошадка, ее зовут Пластика. София Ротару! Перекрестки дорог и чужих городов я заблудилась где-то. Спасибо, удачи тебе. Будь счастлива. Спасибо. Я посмотрю на небо. Ну что ж, не терпится уже пригласить эту замечательную, ответственную девочку на эту сцену. Ландыш, мы ждем тебя. Самое время начать исполнять мечты. Мы приглашаем на сцену Владимира Преснякова.
Владимир Пресняков сегодня в гостях фестиваля. Ну что, нас ждут подарки? Это вот «Добрая волна». Дорогая Ландыш, этим летом мы приглашаем тебя на Черноморское побережье, в Артек, на фестиваль «Детская международная новая волна 2018». Спасибо за поддержку, спасибо за подарки, за исполнение моей самой-самой давней, самой заветной мечты. Спасибо большое. На сцене нашего фестиваля Владимир Пресняков.
Уверен, дорогие друзья, вы заметили и оценили, какие разные наши герои. Каждый проявляет себя в своем стиле, направлении, и каждый из них — это совершенно удивительный, особенный творческий мир. Все они высочайшей душевной щедрости, огромного чувства ответственности, целеустремленные, в общем, готовые в любой момент прийти на помощь. И наша следующая участница не исключение из этого правила. Знакомьтесь, Диляра Абдуллина. Эниен, 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 там же леды назла кулара. Мама, ценнее всего, что, на твой взгляд, самое лучшее не может сравниться с мамой. Мама ближе, чем друг. Все, что я говорю, я самое первое все говорю маме. Потому что она всегда меня поймет, поддержит, и она знает, как действовать в той или иной ситуации. Я маме говорю: мама, лучше ты мне всегда говори правду обидную, лучше в лицо. Очень добрая, отзывчивая, ответственная. И, наверное, самое главное, что она всегда спешит делать добро. Когда вот по телевизору показывают ролики, там, например, ребенку слезы наворачиваются, ребенку помощь нужна, например, надо отправить деньги. Она сразу: мам, давай, мы будем отправлять, мы поможем. Меня зовут Абдуллина Диляра, мне 14 лет. Сегодня я вас хочу познакомить с моей школой номер 172. Я была закрытая, практически ни с кем не общалась, боялась всего. Но сейчас я уже как-то стараюсь общаться. Я стараюсь, чтобы у меня все всегда было в порядке, как у всех. Но помните, что приставка – это не показатель вида совершенного или несовершенного. У нее есть такая отличительная черта, что она всегда всем хочет помочь. И всегда о всех заботится. Видимо, может быть, она хочет, чтобы по отношению к ней также относились окружающие. Диляра сама по себе очень чувствительная, тонкая натура. Даже когда мы с ней разбираем песни, репертуар, она всегда переживает, что у нее что-то не получается. В процессе она может даже сказать «стоп». Самый важный, в принципе, наверное, вот этот кубок, потому что все-таки кубок, первое место. Это был фестиваль «Хрустальное сердце мира». Я там спела песню «Энье», да, и спела на все три десятки. И получила свой первый заветный кубок. Здравствуйте, здравствуйте, доброе утро. Семья Абдуллиных здесь проживает. Я посланник фестиваля «Добрая волна» и пришел сегодня к вам. Мне нужна Дилярочка. Спасибо большое. Дилярочка, золотце, вручаю тебе письмо от Дедушки Мороза. Спасибо. Спасибо. Здравствуй, Диляра. Ты готова познакомиться со своим подарком поближе? Твой Дед Мороз и фестиваль «Добрая волна» дарят тебе встречу с самыми умными существами на планете. Не забывай обо мне, даже когда станешь совсем взрослой. Не боишься? Нет. Все хорошо. Диляра, приглашаем тебя.
И для вручения памятного приза мы приглашаем Наталью Подольскую. Дорогая Диляра, я очень рада тебя поздравить, что ты стала лауреатом. В тебе есть стержень, ты очень смелая, очень сильная девочка. И знаешь, я тебе хочу пожелать, чтобы ты этот свой стержень внутренний развивала, чтобы ты его не теряла, чтобы ты становилась сильной девочкой, какая ты сейчас уже есть. Эти подарки тебе. Я хочу сказать спасибо всем, кто работал над этим фестивалем, кто подарил мне такой шанс. Особенно Игорю Крутому, благодаря которому я здесь оказалась. Спасибо всем еще раз. Когда я была маленькая, я всегда участвовала в таких фестивалях, концертах. Это было мое большое счастье. Так что я вас всех-всех поздравляю. И для вас спою свою новую песню. Она называется «Ни много, ни мало». Довольно обиды, как капли чернил на бумаге, сливаются в темную пропасть. Она между нами. Немного, немало. Я просто устала терять свои мысли в рассвете. Спасибо, счастья вам и больших побед!
Друзья, ну, вы заметили, какая действительно необыкновенная атмосфера сегодня царит в этом зале. Мне кажется, количество доброты, счастья на квадратный метр сегодня просто зашкаливает. И хотелось бы, чтобы эта новогодняя атмосфера еще чуть-чуть продолжилась. С Новым годом! Потанцуем немножко! Шампанское в хрустальных бокалах, в каждом доме друзей немало, а на улице белый снег ускоряется стрелок бег. Мороз, художник-проказник, на окнах рисует праздник. Пусть счастье и любовь с нами будут вновь и вновь. Вам улыбок сто в этот Новый год, радости во всем, нежности и ласки. Поцелуев сто, верную любовь, чтобы каждый день был просто сказкой. Новый год, новый вновь. Салюты, подарки, хлопушки, повсюду цветные игрушки. Стучится Новый год, счастья каждый в гости ждет. Бенгальских огней мерцанье, скорей загадай желание. Пусть вера и любовь с нами будут вновь и вновь. Вам улыбок сто в этот Новый год, радости во всем, нежности и ласки. Поцелуев сто, верную любовь, чтобы каждый день был просто сказкой. Вам улыбок сто в этот Новый год, радости во всем, нежности и ласки. Поцелуев сто, верную любовь, чтобы каждый день был просто сказкой. Новый год, новый вновь. Новый год, новый вновь. А теперь давайте поприветствуем вместе дружно тех, без кого бы этот праздник не состоялся. Организаторов фестиваля «Добрая волна». Мэрию Казани, правительство Республики Татарстан и Академию популярной музыки Игоря Крутого. Для приветственного слова лауреатам и гостям фестиваля «Добрая волна» мы приглашаем на эту сцену мэра города Казани Ильсура Раисовича Метшина. Встречайте композитора, народного артиста России, знаменитого легендарного нашего продюсера Игоря Яковлевича Крутого. И мы приглашаем на эту сцену генерального директора телеканала НТВ Алексея Владимировича Земского. Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня для нас волнительное событие. В Казани зарождается фестиваль «Добрая волна». И он особенный,
потому что сегодня на сцене не только талантливые дети, талантливые люди, талантливые артисты. Нас всех объединяет желание делать добро. Я очень хочу и верю в то, что вот это желание большими волнами выльется в океан добра на всю нашу необъятную родину. Поздравляю вас! Спасибо вам большое! А я хочу, чтобы мы все запомнили этот день, потому что у нас еще будут дворцы спорта, у нас еще будут стадионы, будут заполнены. А вот это начало, старт нашему проекту вот в таком небольшом зале, уютном зале, я думаю, мы должны запомнить все. Спасибо городу, спасибо президенту Татарстана и спасибо всем вам за то, что мы сегодня все вместе и даем старт такому замечательному проекту. Мы сейчас, правда, присутствуем при рождении новой большой традиции, которую, я надеюсь, вы долго-долго будете смотреть на телеканале НТВ. Спасибо. Еще мы сердечно благодарим благотворительный фонд «Добрая Казань». Дед Мороз, о котором сегодня мы уже услышали и на этой сцене, и видели его на экране, друзья, он прибыл в Казань, и вот сегодня он будет исполнять ваши мечты. Но по доброй традиции Деда Мороза нужно позвать, да? Давайте все вместе его позовем. 3-4! Дед Мороз! Ничего не слышит дедушка! Еще громче! Дед Мороз! Вот он наш, Дедушка Мороз! Дед Мороз второй год путешествует вместе с НТВ по стране. И в 2017 году он объехал огромное количество самых разных городов, населенных пунктов, для того, чтобы поздравить детей. И сегодня он в Казани! Друзья, я считаю, что добрые дела, добрые поступки, добрая музыка спасет наш мир. И знаете, я хочу пожелать вам самого-самого главного. Будь вам 3 года! 43 или 103. Мечтайте всегда, фантазируйте. О большем думаешь, больше исполнится. Смотри.